все детали у меня. Жаль, что я не набрала достаточно цветов. Но думаю, Ханда без них переживет. Надо вернуться в лагерь. Как будет время, нужно почитать контракты, узнать, что именно нужно сделать. Как понадобится, возьму из хранилища. Я принесла тебе трофеи с Плугорога. И цветы. Молот и искры. Разве они не прекрасны? Вот твоя плата. А теперь попробуем настой, который так любят Утару. Я готова к вдохновению. Мне пора. Удачи тебе. Еще один день закончился.
Древние машины, о которых говорила Ханда, должны быть рядом. Может заглянуть в контракт еще? Убедиться, что все помню. Ханде понравится. Предтечи действительно здесь сражались. Вряд ли Ханде это пригодится, но мне может. Ага, это пригодится. Уберу запас. Не уверена, что Ханде это понадобится. А вот мне возможно. Плохо планирует. Где это нужно? Кажется, деталей тут больше не осталось. Нужно проверить следующее место, отмеченное Хандой.
Похоже, это деревня, о которой говорил Зокка. Все поселение затопило. Возможно, виновата буря. Интересно, есть ли выжившие? Надо поискать на берегу. Морозильные снаряды тут не помогут. Вода тут густая, грязная. На том холме выжившие. Надо узнать, в порядке ли они. Главное, снаряжение не отсырело.
Он в порядке? А, жить будет. Ну вот. А что с остальными? Это уже моя забота. Отдыхай. Я Натика. Далеко ты ушла с востока, чужеземка. Ты Натика? Значит, это кровоточина. То, что осталось. Кто тебя направил? Ученик красильщика из палящего копья просил найти тебя. Он переживает, что давно нет поставок. Что ж, как видишь, у нас есть проблемы поважнее, чем доставка кровеника. Что произошло? Последняя буря вызвала потоп, который обвалил полгоры. Обвал прошел прямо через деревню. Как ты слышала, многие пропали. А я занята с этими двумя. Я могу поискать. Если кого найду, отправлю к тебе. Очень признательна. Если найдешь старого мрачного солдата, Кинтоком зовут, скажи ему, скажи, что я здесь. Попробую использовать визор для поиска выживших. Где вы? Мы застряли в башне! Потоп залил дорогу назад! Наверху есть лестница, но нам не достать! Ясно. Я найду, как к вам добраться! Надо добраться до лестницы на верхушке башни. Если заберусь на соседнюю, может, удастся перебраться? Сломанную башню точно не проплыть. Нужно как-то перебраться через железную стену и попасть внутрь. Помогается электричество. Если это можно потянуть. Отлично.
Теперь осталось только залезть на вершину. Оттуда я смогу перебраться к выжившим. На другой башне есть лестница. Я смогу перепрыгнуть. Похоже, застряла. Может, под моим весом она опустится? Ого! Путь! Сперва поговорю с выжившими. Все живы. Ты не одна из наших. Прости. Да. Мы укрылись тут, когда сошел сель, но обломки завалили проход, по которому мы попали сюда. Лестница была единственным выходом, но мы не могли до нее достать. Не переживай. Я найду другой выход отсюда. Не знаешь, что с остальными? Когда мы бежали сюда, я видела, как наши ребята карабкаются на дозорную башню на севере. Рядом с гротом. Я поищу их. Идите на берег, когда выберетесь. Натика ждет вас там на холме. Она выжила? Хорошо. Мы найдем ее, как только выберемся. Ладно. Тогда подождите.
Надо сделать шаг назад. Должно сработать. Вот! Вы сможете выбраться! Спасибо! Мы сразу пойдем на берег. Не похоже, чтобы Кенток был с ними. Так, нужно найти дозорную башню на севере. Машины, наверное, пришли после обвала. Скажу, но потом. Вода здесь не годится. Уверена, в воде щелкозубы так же быстро, как и на суше. Эй! Раница! Машины не выпускают нас отсюда! Мы потеряли оружие в селевом потоке! Держитесь! Я разберусь! Там валуны. Отстрелю балку, и они упадут на машины. Thank you.
спускаемся. Это мне скоро понадобится. Сумка забита. Потом заберу из хранилища. Все в порядке. Теперь да, когда рядом ни одного щелкозуба. Ты знаешь свое дело. Несколько ребят застряли на восточных утесах. Им бы тоже не помешала твоя помощь. Ладно, я разберусь. Ты видел Кентока? Натика просила меня найти его. Я видел его до схода с Эля. Ясно. Идите к берегу, на другой край деревни. Там Натика и другие выжившие. Хорошо. Спасибо. Это мне скоро пригодится. Держитесь! Я что-нибудь придумаю! Нужно помочь Канату спуститься с утеса. Этот старый кран подойдет. Если сдвинуть его в нужную точку, можно соорудить мостик. Обломки не могут двигаться основанию крана. Попробую оттащить балку и растащу. Вот, еще обломки. Можно убрать их, если запалить огнеблеск. Так, кран на месте. Да, но как же мне опустить стрелу? Осмотрю нижнюю часть стрелы. Может, пойму, как ее опустить. Если вытащу балку, она уберет противовес и опустит стрелу. Отсюда вытащить балку не выйдет. Надо забраться повыше. И готово! Вот ведь. Стрелу что-то заклинило. Надо добраться и посмотреть.
Если отцеплю те кабели, стрела должна опуститься полностью. Эта штука сейчас упадет! Осторожней! Давай! Во имя десятых! Как тебе это удалось? Не знаю, как ты это сделала, но спасибо тебе. Все в порядке. Этот сломал ногу о какие-то обломки, когда мы бежали от бедствия. Но жить будет. Как вы там очутились? В последнюю бурю по деревне прошел селевой поток. Мы еле успели добраться сюда, так высоко была грязь. Но когда все успокоилось, вода отступила, и мы тут застряли. Мы не можем бросить раненого товарища. Сможете добраться до берега? Там Натика выхаживает раненых. Натика? Слава десятым. Мы пойдем к ней. Она придумает, что делать дальше. Спасибо, странница. Все. Кажется, я нашла всех выживших. Но Кентоки среди них не было. Надо вернуться к Натике и рассказать ей. Отдыхай. Элой, благодаря тебе солдаты спасены. Но где же Кентук? Пока не нашла подходящего под его описание. Ты знаешь, где он был, когда началась буря? Я последняя, кто его видел. Прямо перед селем. Сказала ему, что хочу уйти отсюда, поступить на службу в охрану вождя. Но он не отпустил меня из отряда. Все Тенакт упрямые воины, но Кентук самый упрямый из всех. И я сбежала. Я возвращалась с другого склона, когда увидела Силь. Ты хотела загладить свою вину? Я должна его найти. Он пережил бы любую бурю, я уверена. Ты сказала, Кентук — лидер отряда? Он тренировал меня, когда я поступила в отряд. Сильный, как бронезуб. Беспощадный, как пустыня. Но благодаря ему я стала сильнее и быстрее. Он учил выполнять свой долг, а не искать славы. И сражаться ради благого дела. Да. И все же он хочет, чтобы я осталась здесь, а не посвятила себя почетной службе в охране вождя. Ты сказала, что хотела поступить в охрану вождя. Ты хотела стать шерифом? Нет. Шерифы путешествуют по землям кланов, исполняют указы вождя Хикару. А стража всегда в роще, защищает ее. Но, как и в шерифы, в охрану вождя попадают лишь лучшие. И почему же Кентук не отпустил тебя? Он сказал, что нет большей чести, чем служить отряду и клану. Но мы здесь только и делаем, что собираем краситель. Как это может сравниться со службой вождю в роще? Все это сделал Силь? Ну и буря тут была. В последние годы их становится все больше. Ливни, молнии и ураганы, кренящие железные башни. Но последняя буря была самой страшной. Раньше здесь было засушливо, как и во всей пустыне. Бури изменили все. Да, воды здесь много, но пьем мы ту, что везут из столицы. Почему? Эта вода отравлена кровяником. Ядовитая, как масло машин. Ученик красильщика из палящего копья говорил, что вы меняете кровяник на воду. Так заведено в пустыне. Другие деревни охотятся на звери и машины, чтобы торговать со столицей. А мы собираем камни. Важные камни. Кровяник нужен, чтобы ставить отметины на коже. Клан не сможет хвастаться подвигами без наших поставок. Попробую еще раз осмотреть деревню.
Где в последний раз? Натика. Я тут. Где Кенток? Он выжил? Мы найдем его. Он спас меня. Отбросил в сторону, когда пришел Силь. А его унесло потоком. В сторону выемки. Выемки? Это древний проход, который ведет под землю. Идем. Я покажу. Натика! Нужен командир. Мы тут беззащитны. И лишь половина сможет отбиваться от машин. Что нам делать? Иди. Выемка в склоне холма, к северо-западу. Как смогу, догоню. Что нам теперь делать? Сперва надо выставить пару солдат в караул. Хорошо. Это выемка. Наверное, старая шахта. Обломками завалила вход. Может, Кентока унесло солевым потоком? Чистить вход и попасть в потоку. Можно войти. Так, посмотрим, что там. Спокойнее. Ты же Кенток? Что? Откуда чужеземке знать мое имя? Меня послала Натика. Солдат, которого ты спас, сказал, тебя унесло потоком. Значит, он выжил. Славно. А Натика, она вернулась? Да. Она как раз шла к тебе, чтобы поговорить, когда сошел Силь. Сейчас она собирает выживших. Зря я не принял ее увольнение. Солдат должен жертвовать всем ради блага племени. И знаешь что? Она права. Я не хотел ее отпускать. Охрана вождя получит незаменимого солдата. А после всего этого я не буду у нее на пути. Я хорошо знаю, как выглядят смертельные раны. Моя служба клану окончена. Так что... оставь меня. Нет, ты не умрешь тут один. Мы придумаем, как тебя вытащить. Брось. Я пытался, но все без толку. Стены слишком скользкие. Вода течет сюда. С поверхности? Но не откуда я пришла. Должно быть откуда-то еще. Если найду откуда и открою... Может, сам ты и не сдвинешься с места, но я знаю, как сдвинуть тебя. Эй! Эй! Не теряй сознание! Мне нужно кое-что найти. Ты прямо как Натика. Упорная, как огнеклык. Значит, тебе не привыкать. Просто будь здесь. Я собираюсь вытащить тебя. Тот водопад выливает. Надо забраться повыше, чтобы найти источник. Thank you.
Вода течет из-за той решетки. Тупик. Источник воды не здесь. В стене с той стороны есть какие-то железки. Попробую вытащить их оттуда. Водопад, который я видела внизу, должен начинаться где-то здесь. Осталось найти источник. Отправлю в хранилище. Вода течет оттуда. И я могу пробить стену огнеблестками. Так что вода все здесь закрыта. Говорила, ты крепкий воин. Значит, борись. Он просил передать, что клинок слушает только того, кто держит его в руке. Он это говорил на каждой тренировке. Иногда в качестве издевки,
а иногда как комплимент. Пожалуй, он был прав. Выбор уйти или остаться был за мной. Жаль, что вы так и не поговорили. И мне жаль. Что будешь делать? Пока не знаю. Сперва нужно восстановить кровоточину. После этого смогу пойти на службу в охрану вождя. Но сначала попрощаюсь с Кентоком. Со всеми почестями. Элуи, стой! Ты помогла нам, сумела осушить всю деревню. Возьми, пожалуйста. Спасибо. И удачи, что бы ты ни решила. Я приближаюсь к еще одной древней машине, с которой нужны детали.